уточнить свое начисление за полученное тепло, узнать о дистанционных сервисах, закрыть вопрос с перерасчетом. Эти и многие другие вопросы можно оперативно решить в офисах обслуживания клиентов компании «Энергосбыт+». Причем раз в месяц в рамках акции «День клиента» место рядового сотрудника занимает руководитель. Каждый посетитель может напрямую задать вопрос и получить подробную консультацию из первых уст. Сегодняшний день клиента направлен на информирование клиентов наших, да, в связи с тем, что у нас вышла квитанция за январь. Это касается прежде всего жителей многоквартирных домов. В платежном документе за январь для них два фактора было, да, это повышение тарифа за жилищно-коммунальные услуги и увеличение отпуска тепла. Жительница Самары Зинаида Александровна Хапина периодически заходит в офис обслуживания и всегда оперативно решает свой вопрос. В прошлый раз меня очень хорошо приняли. Девочки все очень терпеливые, хорошо обслуживают, объясняют все. Энергокомпания напоминает, если у вас возникли вопросы по начислению за тепло, обращайтесь по любому из доступных онлайн-сервисов. Узнать их перечень можно на сайте samara.splus.ru. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.